жители Красноярца ждут солнечные выходные, морозы отступят, и столбик термометра днем в субботу-воскресенье будет на отметке минус 12 градусов. Ночью по-прежнему будет достаточно холодно, около минус 27. По прогнозам синоптиков, ни осадков, ни порывов ветра в краевом центре не ожидается. Первый рабочий день новой недели будет пасмурным. Температура воздуха днем составит около минус 8 градусов, а к вечеру минус 18. Во вторник небо прояснится, но температурный режим останется прежним, минус 8-10 градусов в светлое время суток и 16-18 ночью. Начнет теплее с началом новой недели, и во всех районах края почти повсеместно будет ясная погода. Исключение территории Крайнего Севера. В Дудинку, Диксон и Гарку вместе с потеплением придут снегопады. А в целом январь оказался очень морозным месяцем, отмечают синоптики. Январь у нас оказался холодный, один из самых холодных. Ну, самый холодный у нас был 2010 год, когда среднемесячное было на 8,5 градусов ниже среднемноголетних. А этот прошедший месяц оказался примерно на 6 градусов. Он еще не закончился.